Еще недавно эти ребята учились пению в детском саду, а сегодня свободно, без зажима выступают в ансамбле «Радуга» Центра «Романтик». Их живой номер открыл первый конкурс музыкальных руководителей дошкольных образовательных учреждений. Творческим специалистам, раскрывающим музыкальные способности у малышей, представилась возможность посоревноваться в профессиональном мастерстве. Вы сможете показать себя с разных сторон, вы сможете показать свое творчество, вы можете поделиться своими профессиональными навыками и умениями. Заявки на участие подали 5 конкурсанток. Им предстоит пройти 3 этапа. На первом, заочном, музыкальные руководители покажут заранее приготовленный портфолио. На втором, очном, проведут открытые занятия с детьми, расскажут о собственных наработках. Обмен опытом тут играет первостепенную роль. Хочется из себя показать и поучиться, и именно вот это вот поучиться, наверное, все-таки нам всем что-то даст. И всегда хочется чего-то нового, новых впечатлений. И, в общем-то, проявить себя в конкурсе, это для меня, в принципе, за время моей работы тоже в конкурсе профессионального мастерства впервые. Хочется привнести что-то новое от себя и получить взамен тоже от всех конкурсантов, от всех членов жюри тоже что-то новое для того, чтобы потом использовать это в своей работе. Нынешним конкурсантам кажется все по плечу. Они по роду деятельности ставят с детьми спектакли, разучивают танцы, придумывают множество конкурсов и викторин. Музыкальный руководитель – это самый творческий человек в дошкольном образовательном учреждении. Это и сценарист, и режиссер, и звукооператор, и костюмер. В общем, много-много чего. Поэтому вот как раз и хочется с помощью этого конкурса показать уникальность этой профессии. На третьем заключительном испытании участницам предстоит провести музыкальную гостиную с викториной на знание песенного репертуара, продемонстрировать игру на музыкальном инструменте и вокальное мастерство в паре с аккомпаниатором. Мы можем что-то придумывать свое, что-то брать из других технологий, это сочетать между собой. То есть вариантов очень много. Для меня лично вот интересный этап – это когда мы будем делиться педагогическим опытом и будем показывать свои именно практические занятия с детками. То есть здесь есть возможность показать себя. Конкурс, который придумал и организовал учебно-методический образовательный центр муниципального комитета по образованию, будет проходить в течение месяца. Мастерство музыкальных руководителей оценит жюри. Такие же музыканты – призер конкурса «Педагог года». По традиции они зажгли свечу, чтобы ее теплый свет обязательно принес всем участницам удачу. Михаил Налетов, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.